Вот что вы должны знать обо мне. Я обеспечиваю весьма необычный вид безопасности. Безопасность в подсознании. То есть во сне? Фильм режиссера «Темного рыцаря» Кристофера Нолана. Мистер Коб желает обсудить работу, которую хочет вам предложить. Работа обычная? Не совсем. Мы создаем мир снов. Приводим туда человека. И он наполняет этот мир своими тайнами. Затем вы находите их и крадете? Ну, дело, конечно, не совсем легальное. Этот прием мы называем «начало». Я готов. Кажется, я нашел выход. И это последнее задание. Шанс им воспользоваться. Леонардо Ди Каприо. Сны более чем реальны, когда мы в них находимся. И только проснувшись, осознаем, насколько они необычны. Ваше сознание... Ответственность была на тебе! Ты не готов! Может стать местом преступления. Сон рушится! Все под контролем. Что же тогда было бы без него? Начало. Не надо с ним церемониться, малыш. Скоро на экранах.